посвященного немного крупнее своими руками в данном видео. Небольшой ковым у нас, заштукатурить нужно три стены, то есть две вот такие оконные стенки и вот эта вот стена. Ну, квадратура тут, наверное, квадратов 45. Мы здесь стены эти зачистили от звездки. Работаем вдвоем с напарником. Зачистили от звездки, загрунтовали. То есть вообще я собираюсь сделать это за один день. Выставил маяки. Здесь получается у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 маяков на этой. И здесь 2 маячка. То есть в итоге 10 маяков. Будем работать со штукатурной станцией. Сколько хорошо. Так, ну станцию я уже давненько купил. Вот сейчас будем опробовать, как она пойдет. Потому что ну, столько за один день, конечно, вручную не сделаешь. То есть тут где-то дня на 2, как минимум на 3. Ну, если вдвоем на 2, если одному, то тут дня на 3 где-то. Вот так вот чистая работа, и то это с утра до вечера. Но вот так как я, в принципе, напарник, он в основном только помогает. Он как бы ни маяки не выставляет, ни штукатурит пока, то есть учится. То есть фактически большая часть работы, но все равно производится одного основная. Так, ну все, зачистили от звездки. То есть зачищать такие стены обязательно, иначе у вас штукатурка отпадет вместе со звездкой или от звездки. Прогрунтовали стены, грунтую также Cvisit S117, хорошая грунтовка. Так. И буду работать с штукатуркой Brozex для машинных работ. Для машинного нанесения. Так, ну все, в принципе. Дальше, наверное, сниму, как буду накидывать хоппер ковшом. Как пойдет, посмотрим. Идет работа. Так, итак, время, наверное, уже часов 9 вечера. Ну, короче, почти мы закидали стены. То есть вот стенки выровнены. То есть, в принципе, бахнули за один день. Начали с 10:30. Зачистка полностью стены, да, и звездку зачистили, загрунтовали, выставили все маяки. То есть вот стенка вся уже полностью готова. Это вся закидана за штукатурина. Единственное, вот здесь вот придется подровнять завтра тонким слоем, потому что штукатурка не успевала высохнуть. То есть края маленько подровнять, что как бы, ну, по невысохшей уже тянули, некогда было. И вот эта стенка тоже, мы ее закидали. Но вот здесь вот уже просто уже сегодня не успели. Ну, то есть вот завтра еще часика 2. Работы в одного, и все будет готово. Ну, то есть, в принципе, вот за один день со станции с 4 часов штукатурить начали с 4 часов, сейчас вот 9 часов, ну, 8:30 где-то вечера. То есть, как бы вот столько сделано, считай, получается ученик и мастер, скажем так. Ну, в общем-то, все. Кому было интересно видео, ставьте лайки. До свидания. Подписывайтесь на канал. Сегодня все косяки на ученика идут что-то. Надо сказать. Да, кстати. Ученик 3 раза вынес вот эту стойку головой. И порезался еще профилем. Кто муж? Вот такая вот сложная у нас работа, штукатурка стен. А вот учеником начинай всегда, где еще проходишь. Да ладно, Виталий, я так же начинал. Ну, ничего не говори, я тоже готов. Просто, чтобы голову не стрёк себе, главное, что сильно в старую дарку.
А так бы маленький поворот. Ну ладно, подписывайтесь на канал. Как и то оставишь.